Готовимся к бою, друзья. Восстание машин. Глобальная война людей и роботов. Хотя для многих конфликт остался в прошлом, пламя новой войны разгорается в Сибири. Александра Зарянова была звездой российского спорта, но ей пришлось взять в руки оружие, когда на ее родине началась война. Теперь Заря с гордостью несет службу, используя свою силу, чтобы защитить близких и свою страну. Заря — герой дальнего боя. Ее щиты поглощают урон и преобразуют его в энергию, увеличивающую весь наносимый ей урон. Умение Зари — энергия. Поглощая урон с помощью щитов, она получает энергию. По мере накопления энергии, урон от ее способностей и атак увеличивается. Прибавка к урону не постоянна. Как его Overwatch, энергия со временем иссякнет. Первая способность Зари запускает лучевую гранату в выбранную точку. Прилетевшая граната взрывается, нанося урон всем целям в области поражения. Урон от гранаты увеличивается в зависимости от запаса энергии Зари. При активации второй способности защитного барьера, Заря окружает себя щитом, поглощая некоторое количество урона. Способность «Дистанционный барьер» накладывает такой же щит на союзника. Урон, поглощенный барьерами, увеличивает запас энергии Зари. Заря мастерски управляет гравитацией, а ее первая героическая способность — гравитонный импульс. После небольшой задержки гравитонная бомба взрывается, притягивая противников. Вторая героическая способность Зари — зона отчуждения, действует иначе. Взорвавшись, бомба создает поле, которое отталкивает противников, нанося урон и замедляя их. Заря умело нейтрализирует атаки противника и увеличивает свой урон, чтобы потом как следует дать сдачи. По мере того, как она накапливает энергию, ее урон растет. Это относится и к автоатакам, и к способностям. Если Заре удалось накопить максимальный разряд, она наносит чудовищный урон. Чтобы раскрыть потенциал Зари, необходимо научиться вовремя накладывать щиты. Хотя защитный барьер — это главное средство защиты и источник энергии, не стоит забывать про дистанционный барьер. Он сможет защитить союзника, и вы получите неплохую прибавку к урону. Используйте щиты осторожно. Пока они восстанавливаются, Заря уязвима. Лучевая пушка Зари стреляет концентрированным потоком энергии, нанося урон всем целям на линии огня. Заняв удачную позицию, можно легко уничтожать вражеских воинов. Выбирайте позицию обдуманно, так как луч энергии будет следовать за целью. Лучевая граната — основной способ нанесения урона. У нее есть несколько зарядов. Поражайте группы целей издалека или убивайте отступающих противников. На ранних этапах игры Заря прекрасно действует в паре с другим героем. Прикрывая щитами себя и союзника, она может максимально эффективно применять способности и увеличивать свой урон. Не забывайте о героических способностях. Гравитонный импульс позволит собрать цели в выбранной области, чтобы союзники могли легко их поразить. А зона отчуждения позволяет не только удерживать противников на расстоянии, но и наносить большой урон, если у вас много энергии. Совсем скоро Заря придет в Нексус, чтобы защитить союзников и сокрушить врагов. Хотите быть в курсе всех новостей, анонсов и обзоров? Тогда подпишитесь на наш канал на Ютубе. Ролик озвучен студией Art Voice. Текст читали Лали Моро и Артем Яшин. Кто на меня?